Итак, всем привет, ребята. С вами Пай и Ярик. Громче говори. Всем привет, с вами Пай и Ярик. И у нас опять, что там, как думаешь? Опять посылка, что там? Пистолет. Так, какой пистолет? Я не знаю. А что ты заказывал? Ну, опять на честь Фредди. По-моему, в прошлом году заказывал. Да, перед Новым годом у китайцев заказывать, у них они встречают Новый год и довольно продолжительное время. Поэтому посылки, если в декабре заказали, потом долго идут. Они отдыхают там все. О, какая-то коробка. Ё-моё, что это? Это волшебный шар. Так, вот Made in China. Speed Magneto. Так, значит, вот так мы берем какой-то шарик. Какой-то перстень вот так вот одеваем на руку и управляем шариком. Вот он шарик сам, зелененький. Все, что с парнем? Парень, что с тобой? Шарик его торкнул. Сейчас, наверное, у нас такие же лица будут, когда мы его запустим. Сейчас распакуем. Так, итак, распаковка, скотч. Так, вот у нас шарик с кольцом, и есть там еще инструкция. Смотрим инструкцию. Первое, раскрутить, значит, шар, спин. Контрол при помощи, значит, перстней, и играешь, и все. Так, а это что тут? Все, давай разбираться. О, сейчас, что это у меня кольцо это выскользнуло? Как это так? Вот шар тут, я выключу. А зачем тут на шаре наклеено что-то? Что-то наклеено, а? А, это магнит. А, нет. Это типа... Ой, а как же он? Он не отключается. Получается, что он не отключается. Вытащили заглушку и все. Назад. Все, потом. Конец света. Так, сейчас, подожди. Или он должен... А что, он не горит больше, все? Мы его сломали. Все, он не горит, что ли? Шарик, будешь гореть? Ну-ка. Так быстро, что ли? Ты что? Сошел с ума? А, ой, смотрите. Тут плюс, а тут минус. Волшебство. Вот, раз. Блин. У Ярослава где-то... Плюс он липнет. От минуса он... Отлипает. Отталкивается. А вот у него тут написано. Плюс и минус. Вот. Магический шарик. Волшебство. Божественно. Чудо-игрушка. Ну-ка давай. Так, как там на картинке нарисовано было? А, так. Ё-моё. Как этим перстнем? Пусть на этот палец одену. Или нет? Или на этот? Раскручиваем. Ты куда ты укатываешься? Давай. Интересно. Оп. Ярослав, у тебя где-то арена была от боевых волчков. Вот на нем бы. На нем бы хорошо было бы. А то вот я не могу его поймать, смотри, что. Вот так им. Оп. Иди сюда. Хорошая игрушка. Необычная такая. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын.
Ну-ка давай. Давай что-нибудь, как-нибудь. А, вот, смотрите, его, вот я его раскрутил, и он такой раз, минусом от меня уходит. Ну-ка еще раз попробуем. Вот. И, о, я перевернул на плюс. Вот, загорелся. Что там с тобой? Как ты включаешься-то? Где кнопка? Вот, смотрите, раз. Ярослав, смотри, раз. Что ты молчишь? Тебе не нравится шарик? Не нравится? Только я не знаю, что говорить. Что тут говорить? Что это волшебно, божественно. И то, что это невозможно поймать. Ну, он просто в камеру, но так-то, наверное, интересно. Вот так его раскручиваешь, и он, видите, за мной уходит. А вот так раскручиваем. Минус ставим. Ой, минус. Надо перевернуть. Вот. Почему ты клеишься? Где ты отталкиваешься? А, надо плюс. Он сошел с ума. Все. Вот. Катись. Дай мне попробовать. На, попробуй. Так. Я сейчас посмотрю, сколько он стоит, такой шарик. Так, а как это работает? Ну, раскручиваешь и приближаешь. Это ты... Ну, давай я поставлю плюс, раскручу, а ты минусом. Его будешь отталкивать от себя. Липнешь. Мне кажется, это хорошая игрушка. Хорошая или нехорошая, пишите в комментариях. Мы будем сражаться против магнита. 250 рублей. Это чудо. Природы. Вот так он отталкивается. Вот так приближается. Все. На этом все. Пока. Пока. Ссылка на чудо магический магнитный шарик будет в описании. Всем пока, до новых встреч. Всем пока, до новых встреч. С вами был Па и Ярик. У меня вопрос. Где мои 5?